мы подписали сегодня соглашение, которое, надеюсь, прекратит ведение боевых действий и позволит Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике заняться мирным строительством на благо нашего народа. Надеюсь, следующим этим шагом мы помогли самой Украине поменяться, провести определенный ряд реформ. И в ближайшее время мы, надеюсь, увидим вообще другую Украину. В ближайшее время мы увидимся с мирным. Думаю, это является большой победой. Думаю, это является большой победой. Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Согласно этим пунктам меморандума, вся ответственность за любой срыв или непроведение каких-то, неисполнение каких-то договоренностей лежит на Петре Алексеевиче Порошенко.